И когда вы грозите России очередными санкциями, в задницу себе их засуньте, трубочкой сверните, в задницу, и знайте, Путин вам сказал, инфраструктуру НАТО на границе 97 года, ядерное оружие в те страны, которым оно принадлежит. И если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. Напомню вам, что Украина – это всего лишь промежуточный этап в обеспечении стратегической безопасности Российской Федерации.